Хорошо, что вы приехали. Я так информирован о заинтересованности Вологодчины в сотрудничестве с Белоруссией. Мне кажется, что мы можем что-то склеить хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы производим совместно уже технику определенную. Знаю о ваших проектах, о вашем стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания себя в сельском хозяйстве. Мы готовы вместе работать. Думаю, что опыт хороший у нас. Мы можем создать не только совместное предприятие, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но и во всей России, и в Беларуси. Поэтому очень хорошо, что вы приехали в это время в Беларусь. Большое вам спасибо за теплый прием, за встречу в вашем плотном графике. Мы приехали сюда не с пустыми руками. У нас пакет предложений, которые мы обсуждаем с вашими крупнейшими производителями тракторной техники, Минским автомобильным заводом, Минским моторным заводом, Амкадором. Ведут переговоры. Вчера закончились 10:30 вечера с Домотенко. Вы знаете, мы продвинулись очень далеко по созданию проекта «Союзный трактор». На сегодняшний день в Вологодской области уже выпущено более 6500 совместных тракторов на базе Черепаевского литейно-механического завода. И сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Вологодской области, именно в Череповце. Это совместное предприятие.